Доброе утро, друзья! Максим! Привет! У нас долгожданное потепление, на улице такое солнышко, такая хорошая погода, наконец-то сухо и ясно. А у нас сегодня праздник, сегодня день рождения нашей семьи. Ровно 15 лет назад мы с папой поженились. Да, Максим? Да! Да, солнышко светит нам. Ну, праздник праздником, а работа работой. Я уже немного поработала в компьютере, и сегодня у меня съемочный день. Как видите, я уже при макияже. Сейчас уложу волосы, переоденусь и буду снимать новые ролики для своего рабочего канала о покупках в Китае и для канала в гостях у непростой домохозяйки. Ну что, друзья, я наконец-то отсняла видео. Сегодня это был просто какой-то кошмар. Мне не получается нормально снять. Все время мне кто-то мешает. То сначала начал Симба мяукать. Он не прямо там мяу-мяу, а вот сидит, какие-то звуки издает. Ми-ми-ми. Потом он начал проситься на кухню, скрестись в дверь. Я его впустила. Он начал проситься назад. Я его в итоге выпустила гулять в подъезд. Все, поел, думаю, иди, пускай гуляет. Потом пришла домой Дотя. Дотя, привет! Потом на улице стали шуметь дети. Потом подала звук моя мультиварка о том, что наконец-то закончился режим топления молока. После этого вообще, я не знаю, что произошло, выключилась камера, точнее включился демонстрационный режим. В общем, сегодня все против меня. В итоге, вместо задуманных нескольких роликов, я еле-еле отсняла один. Всем привет, сейчас у меня уже закончилась школа. Я сижу и играю сейчас в аватарию и кушаю малину. А когда придут мои друзья со школы, я пойду гулять на улицу. Вот аватария. Малинка. Надеюсь, вы сегодня получили хорошие оценки в школе. Пока. Снова меня Максик радует своими поделками. Смотрите, какая красота у деток. И угадайте, где поделка Максима. Ни за что не догадайтесь. Я вам сейчас покажу. Вот она. Максим. Это дорога. И слева направо светофор. Не знаю, крайнее справа дерево. Что это по центру? Даже не знаю. Вот смотрю, у Маргаритки тоже такие штучки. Как по мне, это на сумке похоже. Наверное, домик. Дом, дерево и светофор. Зацените, как вам? Класс? Ой, а где-то тут еще и зебра есть, смотрите. У кого-то в дороге, у кого-то правильно, поперек. А здесь вообще вся дорога в зебре. Леся — это самая маленькая наша девочка в группе. Манюнька. И вот у Дианки тоже вдоль дороги зебра. Очень красиво. Тут даже две зебры. Макса дорога без всяких разметок. Максим, ну расскажи, что это? Светофор. А дальше что рядышком беленькое? Это домик? Такой домик. Домик. Это наш. Наш дом. И рядышком что это? Дерево? Дерево. Я так и догадалась. Молодец. Очень красиво. И вот день подошел к концу. И мы с мужем устроили себе такой небольшой тет-а-тет. За тебя, любимый. За нас.